Привет модельской братве, а.к.а. Crazy Russian. Продолжение. Я до сих пор в раздумьях. Огромное спасибо всем, кто оставил комментарии с идеями. Петро сказал, что он поставил к себе в кабину. Я совершенно согласен. И Александр О.С. рекомендовал держатель вот на эту клипсу такую под спикер, вот на это место. Теперь дилемма. Мне пришлось разобрать больше. Здесь тоже ключ есть. О, напомню. Если вдруг вы сняли быстро кабину и забыли, не делали видео, не делали фото, вот в длинный худ этот, худ, вот это вот такой кусок проклепанный, это идет вперед. Таким образом. Значит, вынимаете. Это еще не окончательное решение. Ну, близко. Вынимаете. Здесь тоже помечено единицей внутри. Единица. И здесь единица. Ну, такой большой разницы я не вижу. Наверное, все-таки. Хотя такое впечатление, что это все симметрично. Хотя здесь есть единица тоже. Где-то я видел единицу эту. Момент. Вот она, единица просто отсвечивает. То есть единица к единице. Я думаю поставить зимовский спикер. Ну, еще не решил. Единственное, что с этой клипсой все, конечно, круто. Рока они действуют очень просто. Они, наверное, рекомендуют. Это моя догадка. По-другому не сделать никак. То есть снимается эта деталь совсем, одевается кабина вот этой стороной. Одевается кабина, место там огромное. Но больно жалко мне интерьер. То есть идея такова. Под вот этой платой места совсем нет. Единственное, что там стоит вот такая вот деталь. Балансирует мотор. Чуть-чуть она прижимается этой платкой. Интересный вопрос тоже. Мотор стоит, наверное, просто в тугую посадку. Я не уверен, но... Да, точно, плата держит мотор. То есть эта штука обязательно нужна. Ну, две идеи. Уж больно классный интерьер, если сделать свет, то вообще будет супер. То есть спикер можно другого фасона, хотя они... Вот здесь он встает вот таким образом. То есть сидушки останутся, по идее. То есть аккуратненько высверлить отверстие, разумеется, оставить интерьер, чтобы все-таки какая-то... Воздух, было движение воздуха, потому что если не делать никаких отверстий, чуть больше, то он просто в своем объеме затухнет. Не будет хорошего звука, будет такой глухой. Частоты будут зарезаны, в общем. Есть здесь чувак в Штатах, который проектирует, он какой-то звукооператор. Короче, он проектирует свои спикеры под определенные локомотивы. Дороговато, но зато там выжимает из них все, как, конечно же, делает эксперименты, выжимает из них все, что можно. Вот, значит, суммирую. Ну, красочку можно подобрать, дунуть, хотя можно аккуратно. Этот пластик... Такое впечатление, что он красный. Ну да, наверное, придется либо перекрасить, либо совсем подогнать красочку такую. Либо очень аккуратно все это, вот это отверстие, выемку такую сделать. Установить динамик. И он будет немножко здесь торчать. А сидушки останутся, потому что
Вот здесь расстояние между сидушками где-то миллиметра 3, меньше 3. Вот, то есть будет хорошее прохождение звука, и воздух будет не скапливаться в одном месте. Здесь тоже много места под вот этими траверсами, то есть звук пойдет сюда, соответственно, ну здесь не так много, но тем не менее, вот здесь есть место, и это все пойдет вниз. То есть не будет у вас кабина вибрировать. Петро, напиши, как у тебя звучок делает, как ты сделал, вот что интересно тоже. Такой вариант мне больше нравится. Конечно, это оптимально убрать совсем кабину, да, закрепить, но у меня тоже дилемма не использовать плату совсем, а установить спикер вот в эту штуку и вклеить его. Ну, здесь еще тоже палка о двух концах. Эта штука может вибрировать внутри, хотя она, кабина очень четко все держит. Вот, либо же вклеить, оставить провода длиннее. Здесь на Micro Crystal Clear, как всегда. Знаете, моя любимая штука. Приклеить вот эту кабину со спикером. Это уже будет как целиком корпус. И потом уже все собрать. Либо же... Да, второй вариант — использовать вот этот вот стандартную роковскую, как она там называется, клипса. Номер Александр ОС оставил, если интересно, можете посмотреть. Так, главное, чтобы провода не перебились, когда прикручивать. Так, и... Потому что платка стоит-то хорошо, платка стоит намертво, можно сказать. Ну, в общем, две такие идеи. Ну... Жалко кабину, расставаться с этой кабиной. Я еще планировал, потому что есть четыре дополнительные функции, свет сделать в кабине. Уж больно это классно всегда. Ну, так, такой апдейт коротенечко. На сегодня вам, ребята, успехов, удачи и всего наилучшего. Окей, USA.